самолет из-за неисправности не смог вовремя улететь из Улан-Удэ в Хабаровск. Пассажиры вторые сутки ждут рейс. Известно, что борт принадлежит авиакомпании «Якутия». В аэропорту Байкал его обслужили, но во время выруливания пилоты сообщили о технической неисправности. Это вторые сутки мы уже сидим. Вчера полетел самолет. Высадили пассажиров, нас посадили, покружили, встали. Неисправность. И до 12 ночи мы там сидели. Народ сильно возмущался, да? Конечно, но вторые сутки не можем вылететь. По словам представителя авиакомпании, появилась какая-то ошибка у пилотов, и они приняли решение вернуться. Самолет был опять запаркован на стоянку, пассажиров вывели, перевели в аэровокзальный комплекс. Были попытки ремонта или там перезагрузки техники, но не получилось. Было принято решение, что самолет остается в аэропорту, и на следующий день будет вызван вывозной борт. По правилам, пассажирам предложили воду и питание, а также организовали трансфер до гостиницы. Из 50 пассажиров 34 человека согласились разместиться в гостинице. Сейчас пассажиры находятся в гостинице. Я буквально вот перед этим интервью связывался опять с представителями авиакомпании. Они говорят, что им будет предоставлен завтрак и обед. Все федеральные авиационные правила соблюдаются. Сегодня в Улан-Удэ из Хабаровска наконец-то вылетел запасной борт.